Всем привет! Сегодня с вами приготовим очень вкусные, легкие, воздушные, пружинистые, мягкие маршмеллоу. Готовятся они очень быстро и просто. В желатин добавляем воду. Перемешиваем и оставляем постоять на 10-15 минут до набухания желатина. Далее желатин с водой растапливаем в микроволновой печи или на водяной бане. В кастрюльку с водой добавляем сахар и столовую ложку лимонного сока. В этом рецепте при желании воду можно заменить любым фруктовым соком. Все перемешиваем, ставим на плиту и доводим до кипения. Желатин взбиваем миксером. Постепенно тонкой струйкой добавляем закипевший сахарный сироп. Взбиваем миксером сначала на маленьких оборотах, постепенно увеличивая обороты. Взбиваем примерно 8 минут. При желании можно добавить краситель. Если вы используете в этом рецепте фруктовый сок, вместо воды краситель не нужен. Слегка взбиваем миксером. Нам понадобится формочка. Диаметр моей формы 20 на 20 сантиметров. Сверху кладем пищевую пленку. Пищевую пленку внутри формы и один край смазываем растительным маслом. Выкладываем форму, равномерно распределяя. Сверху накрываем смазанным концом пищевой пленки. Ставим в холодильник примерно на 1 час. Время прошло, пищевую пленку снимаем. Досточку присыпаем сахарной пудрой. Выкладываем на досточку и сверху присыпаем сахарной пудрой. Нарезаем на кусочки. Наши маршмеллоу готовы. Они получаются очень вкусные, легкие, воздушные. Готовятся очень быстро и просто. Обязательно попробуйте приготовить. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!